Весной 2024-го на Винг состоялась премьера сериала «Операция Карпаты». Это картина от режиссера Олега Фомина. Главные роли, которые исполнили Владимир Веревочкин, Александр Лае, Мария Лисовая, Олег Фомин, Алексей Шевченко, Алексей Гришин, Екатерина Волкова и другие. По сюжету два вечных врага, оперативник-лейтенант Вороновский и опытный преступник Чума, вынуждены объединить усилия и проникнуть в бандеровское подполье. Их миссия состоит в том, чтобы предотвратить серию крупных терактов, направленных против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериал «Операция Карпаты» не запланирована. Скорее всего, продолжения не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.